В ожидании новоселья. Сегодня глава города Эдхам Акбулатов пообщался с жителями нескольких ветхих бараков в районе Копылова. По программе развития зон плотной застройки эти двухэтажки решено сносить, но за счет строителей. Как ждали горожане мэра, в репортаже Валерий Масенко. Люда, Акбулатов едет к нам! Люда! Здесь главу города ждут как второе пришествие. С первого взгляда и не скажешь, что дома на улице Технической находятся в центре города. Чтобы признать их ветхими, не нужно проводить никаких экспертиз. В деревянных бараках прошлого века люди давно забыли, что такое комфорт и хоть какие-нибудь удобства. Колонка, общий уличный туалет и печное отопление. Вот и все блага цивилизации. А ведь здесь живут в основном пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Да в туалет даже не ходим, дома в туалет ходим. На улице, если я пойду в этот туалет, я боюсь, я там провалюсь. Уже сколько живем, и я с 83-го года живу, и ни разу ремонта здесь не было в этих домах. Вот я скорее на Бадалыку иду, чтобы и не буду знать, сколько, всю жизнь, наверное, будет все это стоять. Пока одни показывали мэру города квартиры, другие поспешили показать главе администрации железнодорожного района самую большую головную боль всего двора – туалет. Правда, чиновник долго там не задержался. Ни крючков, все обрывается. Все вот это вот. Ну, а вы скажите, я не знаю, ну давайте я сейчас начальнику участка возьму, таких вопросов, в принципе, и не было. Даже света нет, освещения никакого. Ну, вопросы даже, ну пришли бы, сказали бы. Переселять жителей домов на улице Техническая, Базарная и Ладокец-Хавели будут по программе развития застроенных территорий. Она предполагает привлечение инвесторов, которые через аукцион выкупят землю и построят там многоэтажки. Сюда и переедут 36 семей. В рамках этой программы мы должны снести в течение 3 лет более 120 многоквартирных жилых домов, переселить людей в благоустроенное жилье. И в этой связи мы сейчас будем обсуждать вопрос о том, чтобы в течение ближайшего времени, в течение 2, максимум 3 месяцев объявить торги на целый ряд земельных участков, которые заняты сейчас аварийным жильем. К слову, речь о больших просторных квартирах для жильцов этих домов никто не ведет. Их переселят согласно жилищному кодексу, то есть метр в метр для собственников квартир. Новоселье в этом году справят 80 семей. Валерий Масенко, Станислав Терещенко, «Красноярское время».